Всем привет! С вами Inform TV. Иван Стебунов – востребованный молодой актер, который зарекомендовал себя как кинематографический и театральный артист. За время актерской карьеры Стебунов снялся в десятках проектов, став востребованным актером кино. Среди ярких работ артиста числятся сериалы «Застава Жилина», «Котовский» и молодежная комедия «Билет на Вегас». Первой любовью актера была Даша Зябко, с которой парень встречался в школьном возрасте. Но серьезные отношения у Стебунова завязались с Анной Чаленко, его однокурсницей. При этом любовь быстро прошла, когда актер решил переехать в Санкт-Петербург, а его девушка осталась дома. Отношения на расстоянии молодые люди решили не поддерживать. Будучи актером театра, Иван познакомился с будущей женой, актрисой Мариной Александровой. Прежде чем официально зарегистрировать отношения, актеры встречались год, а в 2008-м сыграли свадьбу. Но со временем их отношения начали портиться. Их брак продержался 2 года, после чего пара все-таки приняла решение развестись. В 2011 году во время съемок комедии «Моя безумная семья» Иван познакомился с молодой актрисой Аглаей Шиловской, которая приходилась внучкой известному режиссеру Всеволоду Шиловскому. Их отношения развивались стремительно, и уже через месяц они стали планировать свадьбу. Впрочем, роман оказался скоротечным, а информация про грядущее бракосочетание не подтвердилась. После расставания с Аглаей Иван решил не афишировать свои отношения с девушками. Актер отложил на время планы о семейной жизни и рождении детей. На светских мероприятиях он каждый раз появлялся с новой пассией. После творческого перерыва, вернувшись в Москву, Иван сумел устроить и личную жизнь. В столице он познакомился с девушкой Еленой Власовой, которая работает экономистом. Красавица сразила сердце актера, и летом 2018-го стало известно, что Иван женился на избраннице. Сейчас, помимо «Современника», актер сотрудничает с современным театром «Антрепризы». За год артист побывал в городах Беларуси и Дальнего Востока с постановками. При этом занятость в театре не мешает актеру строить кинокарьеру. А какие роли Ивана вам нравятся больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!